Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели моего канала. Я начинаю лекцию, и начинаю ее с неожиданной стороны, поскольку слово «абстракция», «абстрактный», оно обросло очень многими терминологическими ухищрениями. Но существует не меньше полсотни обозначений, что такое абстрактное, что такое абстракция. И они между собой плохо согласуются, несмотря на то, что это термины в разных параллельных или соседствующих науках. Но так происходит не только с этим термином, вообще с очень многими терминами. И когда мы с чем-то сталкиваемся, то все зависит от того, какая предметная область нам ближе. Поэтому сейчас мы будем употреблять эти термины абстрактные и некоторые другие, несколько импрессионистски, для того, чтобы не возникало впечатление, что мы здесь какие-то наукообразные исследования делаем. Я вам хочу вначале показать одну интересную книжку. Вот, смотрите, обложка ее. Вот, «Сентиментальная история науки». Эту книгу написал замечательный автор Никола Витковский. Он профессор физики. Книга особенная, она говорит о том, каким образом накладываются друг на друга магия и научное мировоззрение. Каким образом совершены важные или важнейшие научные открытия учеными, у которых было мифологическое мышление, кроме всего прочего. Вот, например, в аннотации, в краткой, говорится о том, что великий Ньютон считал себя настоящим магом. То же касается очень многих других. Это положение сохраняется и до сих пор. Просто мы меньше обращаем на это внимание в связи с тем, каким образом развивается современное мышление и современные информационные потоки. У нас просто нет времени для того, чтобы заостриться на том, на чем сумел очень подробно остановиться Никола Витковский. Эта книга изумительная по своему содержанию и по юмору, который в нее вложен. Она прямо касается того, о чем мы будем говорить. Впервые с понятием абстракционизма я столкнулся в творчестве Сергея Шерстюка. Это известный художник, уже сейчас спокойный. Я увидел у него в мастерской картину, которая называлась «Метафизический солдат». Это была такая картина, немного похожая на то, что вы видели заставкой к этой трансляции. Она была навеяна Сергею книгами Кастанеды. В то время, когда была написана эта картина, очень увлекались книгами Кастанеды. Я много слышал или же читал о том, что некоторые люди считали, что это прямое руководство к магическим действиям и прочее. Хотя сам Кастанеда категорически это отрицал, и он утверждал, что это просто сказка. Ну, с чем, конечно, трудно поспорить. Автор, наверное, лучше знает, что это такое. Во всяком случае, он никак не подтверждал то, что нужно этим руководствоваться вот в смысле магических ритуалов или каких-то других магических действий. Но это имеет отношение, определенное отношение к футуризму, что я вам сейчас попытаюсь показать. Иллюстрации будут служить картины и стихи поэта Юрия Милоравы и также еще некоторые изображения, принадлежащие ряду других художников. Когда мы говорим о том, каким образом устроено сознание человека, то мы можем заметить, что сознание любого человека наполнено магическими артефактами. Здесь возникает опять такое затруднение со словом «артефакт», которое тоже, как и слово «абстракция», имеет очень большое количество значений в разных науках, которые плохо друг с другом соотносятся. Иногда эти значения можно интерпретировать как значение чего-то отрицательного, иногда как чего-то положительного, ну, например, археологической находки. Если археолог отыскал какой-то доисторический молоток, то можете не сомневаться, что он не захочет забивать этим молотком гвозди на своей даче. По той причине, что он считает такой молоток артефактом. Но для того, чтобы что-то считать артефактом, недостаточно иметь какой-то предмет, даже вырытый из археологических залежей. Для того, чтобы что-то, какой-то физический объект считать артефактом, необходимо, чтобы в нем присутствовало нечто знаковое, нечто символическое и нечто
магическое. Поэтому абстрактное стихотворение, с моей точки зрения, оно напоминает такой артефакт. И в нем присутствуют вот все эти перечисленные знаковые, символические и магические составляющие. Для того, чтобы мы воспринимали именно таким образом, а не просто как набор слов, как это воспринимают люди, которые не затрудняются подумать о том, как действует текст абстрактного стихотворения или абстрактного изображения. Большинство людей, которые не близки к современной литературе, они воспринимают некую предметную область, воспринимая слово как предмет. Когда мы сталкиваемся с артефактом, то предметность артефакта, ну, например, то, что стихотворение написано словами, имеет совсем десятое или какое-то двадцатое, я не знаю, какое значение. Для того, чтобы вникнуть в эту ситуацию, можно обратиться к некоторым тестовым методикам. Вот, например, существовала в 70-е, по-моему, годы, я с этим познакомился, такая методика, которая называлась кратко ТАТ. ТАТ – это тематический перцептивный тест. Он состоит из набора картинок, специально заготовленных, которые предъявляются информанту. Информант должен сказать, о чем эта картинка, или что там было до этого, или после этого. В общем, есть набор ответов, которые предлагается информанту сделать. И потом, когда он сделает эти ответы, можно провести интерпретацию ответов и сделать некое умозаключение о состоянии психики этого субъекта. Я отношусь несколько скептически к диагностикам такого рода, хотя я пользовался этим тестом и вскоре я понял, что совсем не обязательно использовать эту колоду карт, которая предлагалась для исследования, а можно просто взять в руки практически любой альбом живописи или же рисунка, и листая его, и рассматривая картинки вместе с клиентом, у которого есть какие-то личные проблемы, задавать ему некоторые наводящие вопросы. Интерпретация возникает в связи с опытом интерпретирования таких вещей. Интерпретация возникает, ну, в первые же 3 минуты. И становится понятно вообще, о чем идет речь. Вот так же приблизительно действует абстрактное стихотворение. Сейчас я попрошу Юрия Милораву прочесть вам какие-нибудь свои стихотворения для того, чтобы вы ознакомились с этим не только в анонсе, но и непосредственно в чтении самого автора. Да, я вам сейчас покажу эту книгу. Это книга «Взамен». Она вышла в 96-м году. Вот, и не прошла незамеченной. О ней написал рецензию журнала «Октябрь». Немецкий Илья Кукулин написал рецензию. Немецкий лучший литературный журнал «Акцент», выходящий в Мюнхене, опубликовал 10 стихотворений в переводе Феликса Ингельда. Это самый известный немецкий славист, который переводил классиков и современных поэтов российских. Также журнал «Черновик», нью-йоркский журнал «Черновик», опубликовал 8 иллюстраций Юрия Косоговского. Вот. И значит, Геннадий Айгин мне подарил книгу с дарственной надписью, на которой написано «Спасибо за неотменимую книгу». И так далее. То есть Дмитрий Кузьмин, за что я ему очень благодарен, включил эту книгу в только что образовавшийся тогда первый в интернете сайт «Вавилон», первую антологию русской постмодернистской поэзии в интернете. Ну и так далее, и были и другие отклики. Значит, я прочитаю несколько стихотворений из этой книги. «За хлесткой болью, несомы устами, тайна будни тревожат, не ходят, стоят, останавливают. Невозможное исходит из нас вереницами. Путь торный, завязь, в шепоте ткани стущей». У темноты вдаль углы, но остается риск, целя в нас порой более, чем то, что сердца, болея покоем, спешат, покрывая на шум друг другу шатер быстрый. Рассвет, как крылья, вступают из двери улья, ноты, звуки, нити. А труд,
песчинка тонет в песке, фигура на фоне, издали лишь след рук. И есть еще на этом ливень ранний и поздний, но капля плашмя, роза промокла бездомно. Поле безлюдность сбылось, но меньше рама земная. Под ним подводит черту многолика колея. А то, что не почва, причал, утонувший причал, смогли, иссякли, шаги к тебе долго его касались. Просвет, кажется, тон потоков лучей световых излучен, удел его брызжет, а углы закоулками шествий, крадя и пряча, как крив, просто упорство, захват. Когда вы слушали, как читал Юрий Новорава свои стихи, при прочтении они приобретают такую элегантную осмысленность. И здесь мы сталкиваемся с другим явлением, которое сопровождает часто абстрактные изображения, абстрактные стихи, абстрактную поэзию, я имею в виду, а не стихи. Это явление некого сновидчества. То есть мы включаем, когда мы слышим такое, мы включаем свое воображение. Воображение – это отражение действительности за пределами существующих связей, которое совсем не обязательно требует или же возможно для повторения в реальности. Поскольку мы находимся в информационном потоке, который буквально годами, неделями, месяцами все время нарастает по скорости, мы имеем ускорение информационных явлений. Мы уже давно, начиная с 18 века, находимся вне пределов масштаба человека. И вот это явление, наплывание на сознание человека все более и более скоростного изменения информационных явлений, оно как раз и приводит к тому, что появляется абстрактное творчество и появляется творчество, которое, как ты когда-то назвал, Бретон, сюрреализмом. Проявлений сюрреализма тоже достаточно много. Иногда трудно отделить явления сюрреалистические от явлений абстрактных. Для понимания абстрактной поэзии это необходимо отделять, потому что абстрактная поэзия обладает практически таким же качеством, как и сюрреалистическая поэзия. Но они различны по форме. И формы абстрактной поэзии мало напоминают формы сюрреализма. Формы сюрреализма внешне, они тяготяют какой-то, пусть сильно замаскированный, но какой-то сюжетности. Формы же абстрактной поэзии не предполагают наличие сюжетности в абстрактном поэтическом артефакте. Мы там будем напрасно искать сюжет, потому что его там просто нет. И в этом состоит намерение авторов таких произведений. Сейчас я вам покажу некоторые картинки, которые нарисовали разные художники. Сначала я буду называть художников, а потом я вам буду показывать изображения, которые являются абстрактными изображениями. Эти художники, конечно, не обязательно занимались абстрактной живописью или абстрактным рисунком, но они создали целые серии абстракций, которые сами так и называли абстрактными. Посмотрим на изображение, которое создал Владимир Алексеевич Солянов, известный художник, сейчас покойный уже, он выставлен во многих музеях в стране и за рубежом. Вот его картина. Это одна из стен Магесты. Магеста – это такое было фантастическое помещение, которое я когда-то придумал, а он к нему сделал художественное оформление его стен. Это вот одна из стен. Здесь расположено очень характерное для Солянова абстрактное изображение. Они расположены в виде такого двойного триптиха. Посмотрим еще его же вещи. Вот его изображение.
Глядя на это, можно подумать, что здесь присутствует что-то фигуративное, но фигуративного ничего нет. Это просто линии на бумаге, линии на холсте. Точнее, это на холсте линии. Оно не фигуративное, и это несопоставимо ни с каким объектом такой псевдореальности. Или вот картина. У него есть целый ряд абстрактных картин, которые являются манифестацией движения. У него есть целая серия таких картин, но в таких картинах он соотносился с некоторыми возрожденческими тенденциями, связанными с перспективой. Но здесь перспектива образована просто таким центростремительным, или же, если по-другому на это посмотреть, центробежным ускорением, смотря что мы смотрим. Смотрим ли мы на черные части изображения, или смотрим мы на белые части изображения. Вот еще одно его изображение, которое связано с идеями движения. Но вот это вот изображение, это не картина, это просто набросок к картине. И у него много таких набросков, которые проливают свет на то, вообще, чем он интересовался в смысле абстракции в свои последние годы. Вот изображение Солянова, которое является абстрактным, но здесь как кажется, что здесь изображены два предмета, которые вообще ни с чем не соотносимы. И вот то, что служит как бы фоном этих предметов, это тоже абстракция. Но абстракция несколько другого рода. Вот здесь его масляная живопись, которая относится к абстрактным изображениям. Это не представляет собой никакой ландшафт, и это продукт его художественного мышления не больше того и не меньше того. Сейчас я перейду к другому автору. Покажу изображение Юрия Милорава. Вот вы видите изображение. Это абстрактное изображение, в котором присутствуют некоторые композиционные элементы, которые мы не можем сопоставить ни с какой сюжетностью. То, что здесь присутствует композиция, это несомненно, но абстрактные живописцы и художники они никогда не отрицали своей приверженности к понятию композиции в изображении. Вот другое изображение Юрия Милорава. Столь же несюжетное и фактически непредметное, хотя это как, знаете, вот если кто-то из вас рассматривал какие-то пятна на асфальте, на стене или еще где-то, где есть такие пятна, то постепенно фантазия начинает дорисовывать то, что изображено. Вот это вот называется перцепция. Если спросить кого-то, что он здесь видит, и он будет долго всматриваться, то он обязательно здесь что-нибудь увидит. И каким-нибудь образом, в связи со своими личными магическими артефактами и с их связью в сознании, индивидуально будет это истолковывать. Хотя, конечно, автор чаще всего даже не подозревает о том, о чем может подумать разглядывающий это зритель. Вот его картина. Я, к сожалению, не смог. У меня есть картина Сергея Шерстюка, о которой я уже упоминал, «Метафизический солдат». И там вот подобного рода структура находится на столе. Стол изображен реалистически, а структура, находящаяся на нем, которая названа Сергеем, была «Метафизический солдат», метафизически, обратите внимание, она вот сильно напоминает вот такую структуру. Это вот в чистом виде абстрактное изображение, которое не предполагает никакой предметности, никакого сюжета. Но если мы будем долго в нее вглядываться, то в конечном итоге наше воображение за пределами существующих в реальности связи, оно достроит это. И тогда мы увидим то, что мы можем увидеть. В этом, собственно, и состоит некая метафорическая функция абстрактного творчества, как стихотворного, поэтического творчества, так и творчества изобразительного. В том, чтобы возникали новые пазлы. Вот когда мы складываем пазл, картинки складываются только определенным образом для того, чтобы получилось то, что мы хотим получить в виде какого-то детского рисунка, например. Немножко по-другому это устроено в сознании. Сознание тоже устроено из пазлов таких артефактов, которые между собой представляют отдельные локальности, как это бывает во сне. Некоторые исследователи снов писали о том, что сон разорван, он не представляет собой последовательного повествования. И когда мы с этим делом сталкиваемся, когда мы видим такой сон, мы перескакиваем в какой-то обоснованный для данного субъекта его сном последовательности.
Но если этот субъект будет вам пересказывать то, что он увидел, то вполне возможно, для вас это не будет составлять большого интереса. Но когда это делает художник, такой как Бретон, например, сочиняя стихотворение, а он сочинял свои стихи в первые сколько-то минут после того, как проснется, ему еще нужно было сохранить впечатление сна для того, чтобы испытывать вдохновение. И такой сюрреализм, который он воспроизводил, обрел много слушателей, много читателей. И эти читатели вполне вероятны и быстрее всего воспроизводят совсем не то, что предполагал сам Бретон. Вот еще одно изображение Юрия Милорала. Вот еще очень мне нравится это изображение, когда фрагменты существуют как бы сами по себе. Похоже, что они не связаны между собой. Хотя, когда я гляжу на подобное изображение, мне кажется, что они все между собой связаны, потому что присутствует некая композиция, которая заключена в том, что это лист, это рамка, которая не позволяет выйти за ее пределы. А когда мы выходим за ее пределы, то это уже наша собственная фантазия нам дорисовывает то, что нам необходимо для того, чтобы понимать абстрактное изображение. Сейчас я вам покажу картинку. Вот эту вот картинку нарисовал художник Владимир Сулягин. Это известный художник, он график и книжный график, и живописец. И это одна из его картинок. У меня вообще большой архив таких картинок, в том числе и картинок Сулягина. Поскольку я одно время был представителем журнала «Черновик» нью-йоркского и давал туда поэтические произведения, которые сопровождались авторами с изображениями. Но вот Сулягин делал изображения для других людей, и это вот одно из его изображений, которое застряло у меня в архиве. Эстетический эффект, который мы испытываем, и эстетическое намерение этого автора, оно остается за рамками непосредственного изображения. И оно даже не является обязательным для того, чтобы мы восприняли это как искусство. Все признаки артефакта, то есть знаковость, символичность, магичность такого объекта, присутствует налицо. Фантазию мы не можем поставить на поток. Мона Лизу можно, например, напечатать на пакетах для молока или же на пакетах, в которых мы там переносим что-то из супермаркета. А вот это вот никуда напечатано не будет. Оно не подвержено, так сказать, поточному воспроизведению. Это не относится к предмету массовой культуры. Теперь я вам покажу изображение Виктора Умнова. Это очень известный московский художник, график и книжный график, который делал свои изображения. Вот там, видите, сверху какой-то мелкий шрифт такой, такое псевдописьмо такое. Но это все сделано на больших листах металла. И Виктор уже, к сожалению, ушел в лучший мир. И у меня сохранилось много его изображений. Сейчас я вам некоторые покажу. Вот изображение. Видите, он, в то время была такая тенденция сочетать некоторую графику с некоторыми текстами. Вообще тексты носят такой же характер, который носит графика. Вот его же изображение. Вот сам портрет художника. Это мое плечо высовывается. Еще я вам покажу парочку изображений, которые нарисовал Леонид Феодор. Это сейчас действующий известный художник. Академик, одно его абстрактное изображение, его другое. Если его не рассматривать как абстракциониста, то он делает флекс изображения, в которых присутствуют и фигуративы, вот как вы можете здесь видеть, и присутствует одновременно абстракция. В какой-то мере он последователь известного художника Филонова. Вот я сейчас закончил с картинками и хотел еще немного поговорить о футуризме. Когда на нас наплывает эта информационная реальность, вы можете себе это представить умозрительно. Это, ну, как какое-то объемное изображение, которое с большой скоростью двигается на нас, а мы совершенно неподвижны. Мы находимся на одном вот этом конкретном месте. И эта реальность, она обтекает нас и уходит за нас. И мы не в состоянии увидеть ее всю целиком. Мы видим только фрагменты. Вот это вот является потребностью и необходимостью возникновения абстрактного творчества. Потому что мы уже не видим целиком все. Вот когда Кандинский, будучи химиком и наблюдая объекты в микроскоп, когда он начал это рисовать, вначале он рисовал нечто подобное тому, что он мог видеть на препарате, а впоследствии он далеко от этого ушел. Его мышление, как философа, что ли, отошло от
научных истин, если можно так выразиться, и оно перешло в непосредственно художественное мышление. И тогда он начал оперировать какими-то псевдообъектами, которые он располагал в псевдопространстве. В то время, когда это возникло, оно уже было востребовано, и у этого появлялось много образованных зрителей, которые чувствовали, что они понимают, для чего им это нужно. Я не говорю о понимании в том смысле, что они понимают, что там такое изображено. Я говорю о том, что они понимают, для чего мне вот это. Значит, вот это пространство объемное проходит через нас и уходит за нас. Но мы можем видеть только какие-то его фрагменты. И эти фрагменты, чем больше скорость на движение на нас информационного потока, тем более мелкие фрагменты мы можем видеть, потому что мы не можем охватить все. Также происходит специализация, везде специализация, во всех дисциплинах происходит очень узкая специализация. И вот, например, в медицине человек, какой-то конкретный человек, может делать только что-то одно. Ну, например, он может только накладывать швы при операции. И больше ничего он никогда не делает, но он это делает блестяще. Вот он научился накладывать швы, и от него это требуется, чтобы он это сделал великолепно. Значит, вот реальность человека, который живет в этих условиях, например, пациента, она зависит от всей компоненции работающих с ним людей, потому что каждый из них представляет только фрагмент реальности, который сформулирован как некие оперцептивные пазлы в сознании вот этого специалиста. То есть я хочу сказать, что абстракция как некое свойство современного мышления, оно присуще не исключительно поэтам или же художникам, оно присутствует везде, у всех людей, которые живут в этом мире. Но оно по-разному реализуется. Мы находимся в этом потоке, и этот поток на нас наплывает. Но как только мы решили его остановить и сосредоточиться на чем-то, то в этот момент мы имеем дело с прошлым. По той причине, что поток уже ушел. Вот с этим связано динамическое проектирование. Мы не можем ничего проектировать, потому что то, что мы проектируем, мгновенно, в момент проектирования, уже устарело. Оно не обладает качеством новизны. А это одно из важных качеств поэзии и живописи и других видов искусств. Потому что новизна – это есть новый человек. Если мы воспринимаем модели, которые нам сообщает художник или поэт, то он сообщает нам нечто, что для нас не является банальностью. Если он просто нам сообщает какие-то мудрые истины, которые, зарифмовывая в стихотворении какие-то, ну, правильные, скажем так, правильные утверждения, в лучшем случае, то, в принципе, это не относится к области поэзии, это просто относится к области сочинения стихов. Они могут быть изощренные, какие угодно, но поэтичность там не присутствует, поскольку там не присутствует вот это вот качество, когда мы выделяем именно то, что оказывает на нас эстетическое воздействие. Я уже много что наговорил, и во многом, наверное, полемического. И здесь я снова хотел бы подключить Юрия Милорава с его соображениями. Пусть он тоже немножко расскажет, что он понимает из этого или из чего-то другого. Зрители пусть послушают, может быть, зададут какие-то вопросы. Ну, что касается новизны идей, ну, я считаю, что как бы это автоматически не происходит таким образом, что если ты, значит, имеешь какую-то идею, то она в тот же момент превращается в прошлое. Ну, все зависит от того, насколько она цепляет будущее этой идеи, насколько она действительно новая. Если на визне в ней такой достаточно серьезный задел, то она, конечно, не может быть перемолота банальностью и какими-то клише, какими-то печатями, теми, которые уже знакомы. Но привычное, оно как раз сопротивляется всему этому, но все дело в том, насколько ты коррелируешь с завтрашним днем, насколько ты правдиво и реально находишь какие-то тенденции, которые вот имеют задел в будущее.
Вот такие идеи, ну, я считаю, что искусство, оно как раз вот таким образом и живет. То есть, ну, недавно какая-то американская система, какая-то научная организация провела какое-то невероятно масштабное исследование всех вообще деятелей искусства и литературы за все время человечества. И они подсчитывали то, каким образом себя художник ведет и видоизменяется его творчество, и как он меняется в процессе творчества. Они пришли к такому выводу, что вот обычно это происходит так, вот со всеми с классиками, ну, и с значительными художниками. Они ищут, все время находятся в поиске. Но когда непрестанном поиске, но когда они находят какую-то вот такую идею, которая как бы стабилизирует их творчество, которая, как вот говорил Айги Экилибр, вот этот баланс вызывает, балансирует все это, то, что вот они, их творчество, их воображение, их идеи, их образы, вот тогда они на этом останавливаются и уже продолжают придерживаться вот этой творческой идеи. Ну, об этом пишут очень многие художники, в частности, Хемингуэй об этом писал, что вот был период, когда он создавал каждый день какие-то идеи. Ну, вот так, я думаю, это все и происходит. На самом деле, и ничего нового в этом нет, но вот просто это исследование, оно и подтвердило все это. Здесь, конечно, абстракционизм, он не, или сюрреализм, он не зависит только от интуитивизма или от какого-то баражирования в этих слоях, сменяющих друг другу эмоции, мышления или подсознания и различных коридоров, которые открываются, и дверях все вглубь и вглубь. Он, конечно, еще и зависит от какой-то такой стратегии личной, глубоко личной, какой-то точки отсчета, от которой вот отталкивается, ну, художник. Я так считаю, что это происходит таким образом. И именно это он должен знать точно, где это произошло, что это обозначает для него лично. И это вот именно происходит так. А в том отношении, если это брать вообще общее мышление людей, да, повседневно, то это, конечно, так, как говорит Юрий Проскурякур, он именно и происходит. То есть каждое настоящее умозаключение, оно тут же устаревает, потому что требуется какое-то новое, и оно испытывает сопротивление нового. Ну, вот в этом отношении, я думаю, все так и происходит. Но вообще, одно дело – это критика, аналитика и наука. А другое дело, когда художник сам, ну или поэт, или автор, он сам может критически описать себя, то я думаю, что этого не должно происходить. То есть на самом деле это дело критиков описывать значит, то, что они думают. А дело автора – это писать. Вот. А с другой стороны, конечно, автор может о других высказываться, тоже выступая в роли критика. Но личные эти стратегии, их атомизация и разбор на атомы, они ни к чему не приводят, кроме опустошения. И я думаю, что никто и не занимается этим. Вот есть такой американский поэт Уолтер Лоуэнфелдс, Нобелевский лауреат. Он, наверное, единственный написал совершенно откровенно об этом. Он сказал, что если вы будете спрашивать автора, а вот в чем ваша такая главная идея, вот о чем вы пишете в итоге и так далее, он вам не скажет этого. Он или соврет, скажет что-нибудь другое, а если же он об этом это и опишет где-нибудь в своих произведениях, он напишет так вскользь, что вы не догадаетесь, что это есть то самое. То есть здесь все вопросы должен решать сам для себя. Это глубоко личный вопрос, потому что вообще, конечно, интимность поэзии, ее субъективность, это, конечно, есть какая-то личная тайна, и в ней, вот насколько ты больше в ней можешь
видеть химии и видеть каких-то и организующих каких-то моментов, и мистических, и артефактов, как говорит Юрий Проскуряков. Вот в этом и заключается, в том, что можешь ли ты там что-то найти, и насколько интересны эти вот работы твои со словом или с краской. Вот что я думаю по этому поводу. Вообще-то, раньше мне казалось, что больше... Раньше мне казалось, когда, ну, лет 20-30 лет назад, что рациональное и мысль, оно больше должно иметь значение в поэзии. Но потом я понял, что все-таки больше вот такая вот химия, алхимия и именно мистика, и даже, может быть, метафизика. Потому что, да, но мне обязательным является только вот новое, новизна. Ты не должен быть, как бы, ты не, ну, как бы, скучно, если поэт одно пишет одно и то же, и тянет одну и ту же ноту, грубо говоря, или пишет одно и то же краски в основном. Хотя это будет, даже если она и выстраданная, да, но если она уже предугадываемая зрителям или читателям, то это уже становится скучным. Конечно, автор должен все-таки как-то находиться в каком-то поиске, ну, в общем, в понятном смысле этого, потому что вообще язык ведь сам по себе развивается каждый день, и визуальное, и человечество, оно находится постоянно в каком-то динамическом развитии. То есть, если ты описываешь вчерашнего человека, то это уже не литература. Или вчерашние какие-то свои образы, то это уже не живопись. Она должна быть адекватной и своевременной. Вот что я хотел сказать. Но это такие же общие как бы, вопросы, которые они не теряют актуальности. А вот что я хотел сказать. Несколько соображений. Когда-то я узнал о том, что произошло с русскими футуристами. Русские футуристы, они пригласили французского знаменитого футуриста, летчика, помешанного на аэропланах, и испытывали большой стресс, особенно Маяковский, из-за того, что он их, ну просто, ну он сказал, что это никакой не футуризм, а это вообще не имеет отношения к футуризму, то, чем они занимаются, это просто они так назвали это. А потом я стал смотреть картины, которые делали футуристы. И у них везде присутствовал один и тот же сюжет. Этот сюжет был как что-то, что можно сказать символическим забором назвать. А за этим забором там деревушки, домики какие-то стоят. Ну, в общем, короче говоря, взгляд русского футуриста был повернут в прошлое. Это очевидно. И там был ли это кто-то, кто дружил с Хлебниковым, такой как Митурич или еще кто-то другой, все это приводило к одному и тому же, к тому, что мышление человека, такого вот футуриста, оно, нашего футуриста, оно не было направлено к будущему и не заключало в себе, собственно говоря, никакого футуризма. Но это было явление, художественное явление, которое, ну, впоследствии Маяковский признал, что, да, он признал, что мы были неправы, так сказать. Но последующее развитие литературы в рамках Советского Союза и соцреализма, оно не позволило развиться ни тем, ни другим тенденциям, и мы больше этого не наблюдали. Мы наблюдали другие явления, этих явлений было много, они были не все официальные, или можно сказать, что они это как-то уравновешивали, были какие-то весы между официальной и неофициальной поэзией, литературой и художеством. Но футуризм, как реконструкция индивидуального прошлого, а именно так это было представлено на российской почве в то время, футуризм был представлен как реконструкция индивидуального прошлого. 20 век как раз начался, вот в 20 веке, в конце уже 19-го, начался вот этот информационный наплыв. Началось ускорение информационных явлений. И это ускорение приводило к тому, что художники заимствовали друг у друга названия. Вот, например, появилось название «акмеизм» когда-то, но это высшая точка, так сказать.
но эта высшая точка, она с точки зрения формальной, она ничем не отличалась от традиционной литературы, которая публиковалась, например, на страницах современника у Некрасова. Но там было запечатлено другое мышление художественное, абсолютно другое. Нельзя сказать, что Решетников, скажем, который публиковался у Некрасова или Тургенев, ну, например, я не знаю, кого назвать из акмеистов, но любой из акмеистов, ну там малоизвестный сейчас Городецкий, например, они все реконструировали свое индивидуальное прошлое. Это вот то, о чем рассказывает Юрий Милорава. Он фактически говорит о том, что мотивом для творчества служит реконструкция вот этого вот индивидуального прошлого, пусть даже совсем не отдаленного, а происходящего вот сейчас реально в это уже прошедшее мгновение. Вот когда говорят про то, что нас муза посетила, вот немного посетила, немного посидела и ушла. Ну, как у Высоцкого в песне. Ну, вот она немного посидела, и вот этот вот момент уже требует запечатления, потому что творческая личность испытывает соответствующее состояние, назовем это в терминах состояния, не в терминах эмоций, а в терминах состояния, испытывает некое состояние и может это состояние запечатлеть в артефакте. Но этот артефакт, он всегда, и это не зависит от того, какие это художники или какие это поэты, это всегда реконструкция индивидуального прошлого, возможно, мгновенного. Если этого нет, то тогда мы наблюдаем явление, тогда мы наблюдаем другие авангардистские явления, вот, например, ташизма там или еще какие-то явления, которые мы сейчас не будем обсуждать, потому что для этого требуется отдельное место и отдельная передача, возможно, которую я когда-нибудь сделаю, если буду к этому готов, когда мы будем говорить про, так сказать, манифестированную пустоту, когда у нас нет, когда автор манифестом автора является абсолютная пустота, снятие всех художественных, что ли, прибамбасов, которые присутствуют, так или иначе присутствуют в творчестве. Если говорить о том, что мы делаем сейчас, актуально, то пока что мы еще сохраняем вот этот момент становления мгновения, как становления индивидуального прошлого, как мгновенного артефакта. Потому что в следующий момент, если бы вот мы не проводили сейчас эту передачу, и вы, наши слушатели, не познакомились бы со стихами Юрия Милоравы, то в этом случае вы могли бы не заметить существование его книги, в которой много стихов, и вообще очень многого другого не заметить, что относится вообще к этой области. Потому что у вас есть некие ваши повседневные переживания, ваше индивидуальное прошлое, как ваша повседневность. И эта повседневность требует реагирования. Она не пассивная повседневность, как это было, например, в XIX веке, когда вы могли задуматься. Вы могли просто задуматься, понимаете? Сейчас вы не имеете такой возможности. Вы должны воспринимать то, что вам приходит. Вот сейчас вы пришли на передачу, она к вам приходит. И поэтому вы в данный момент вы можете среагировать или не среагировать. Но если вы реагируете, то вы становитесь причастными к некоему акту поэзии. Я считаю, основным параметром современного творчества является эстетическое намерение. Эстетическое намерение, о чем говорил Юрий Милорава, я просто другими словами это называю, но я с ним в этом отношении согласен, что эстетическое намерение, которое создает автор, оно не создается читателем. Читатель испытывает эстетический эффект, эстетическое переживание, если ему это доступно.
как в качестве эстетики. Но он совершенно не испытывает того, что испытывает автор. И автор не обязан никому ничего рассказывать, ничего объяснять. И это даже бессмысленно, как правильно это отметил Юрий Милорава, потому что это уже будет другое сообщение, прозаическое сообщение, и это сообщение не будет отвечать тем параметрам, которым отвечает само произведение, сам артефакт. Но артефакты обладают замечательным свойством. Дело в том, что они не только возвращают нас к нашему индивидуальному прошлому, к его становлению в нашем сознании, в художественном сознании или в сознании читателя или слушателя, оно еще создает некое пространство. Вот это вот пространство, которое когда-то осознали европейские футуристы, оно до сих пор никак не описано. До сих пор не существует более-менее научного описания того, что происходит в сознании поэта, который сталкивается с этим. Вот попытки Бретона уйти от этого с помощью сновидений, они очень симптоматичны. По той причине, что он понимал, я в этом уверен, что он понимал, что присутствует некое будущее, как это отметил Юрий Милорао, что некое будущее присутствует, но он не может с ним соприкоснуться, поскольку локальность сна ему позволяет обойти этот момент. Вот когда он создает локальные метафорические конструкты в своем произведении, то эти красивые, как правило, метафорические конструкты, они позволяют уйти от ответа на вопрос, а что же там впереди, куда это все направлено, куда это нас движет. Я читал много вещей современных людей, которые пишут это в Фейсбуке на русском языке, где они пишут о будущем. О будущем, ну, вообще целиком цивилизации, вообще Земли как таковой, вне зависимости от того, китайцы мы там, индусы, русские или же, я не знаю, американцы. Вне зависимости от этого у нас есть как некое общее будущее. Вот это общее будущее для нас, оно абсолютно непознаваемо при той скорости информационных явлений, которые мы имеем. Но мы каждый, по мере своих возможностей, мы что-то вкладываем в это. Мы можем ощущать, что оно присутствует, что оно есть. Мы не можем его даже охарактеризовать. Те, кто пишут на эту тему, они это в основном такие, знаете, художественно-фантастические соображения. Но они само явление они не в состоянии охватить. Мы не можем этого видеть. Никто не может видеть будущее. Это было и раньше, но раньше существовала некая проспекция. Мы могли выстроить что-то, сейчас мы не можем проектировать, к сожалению. Мы сейчас подходим к концу нашего сегодняшнего эфира. Я хотел бы поблагодарить всех, кто на нем присутствовал. Хочу сообщить о том, что мы это намечаем делать еженедельно на канале Кассандрион. И хочу предоставить заключительное слово автору стихов, автору поэзии Юрию Милораве. Да, я тоже хотел бы поблагодарить всех, кто заинтересовался, принял участие, слушал, смотрел нас, и прежде всего Юрию Просковикову за эту прекрасную возможность, за интересный разговор. И сказать еще, также сказать, что я согласен с тем, что да, вот именно будущее. Ведь я видел ретроспективу в пушкинском итальянской живописи, начиная от эпохи Возрождения и кончая 20 веком. И ты видишь, что вот в эпоху Возрождения были потрясающие идеи. Они сейчас кажутся новыми, полными будущего. Эти картины Рафаэля, Леонардо и других, Джотто и других, с мощных художников, их размах, их вот именно новизна их идеи, она сейчас совершенно новая. А вот потом все эти периоды Кватроченто, Чиквиченто, портретисты и так далее, и все эти мастера живописи, все это идет до 20 века очень серый вкус и скучно нас на контрасте именно с эпохой Возрождения. По-моему, доходишь до Модильяни, ты видишь какой-то взрыв новизны, какой-то прорыв, абсолютной новизны, какой-то как душ, который с тебя смывает всю скуку.
И вот это, я уверен, будет, хотя уже прошло 100 лет, а Ватикане-то он-то также потрясающе нас удивляет и делает прорыв в сознании. Вот так же точно и будет и через 100 лет, я уверен, потому что таковы его идеи. Вот искусство, оно, конечно, приносит будущее в нашу жизнь, вот этот драйв. Мы видим, как человечество, оно развивается, как оно мощно идет вперед, как оно разворачивается, какое перед ним будущее. Вот это и как раз, и какая вот эта прекрасная современность, потому что в ней много новизны, вот в времени, вот этого текущего времени. Почему мы наслаждаемся вот каждым днем? Вот я считаю, что вот это как раз и очень важно. И искусство вот помогает жить не скучной жизнью, а красочной жизнью, и воспринимать вдохновение и воспринимать будущее. Вот. Большое спасибо. Большое спасибо Юрию Москвиреву и всем, кто слушает. Спасибо. Юра, и тебе большое спасибо. Я со всеми прощаюсь. До свидания. До новых встреч.